Так, друзья, привет всем. У нас находки очередные. И давайте я вам, значит, покажу. Вот помните, я в прошлом видео показывал, десятка на один был iPhone. Вот. К моему удивлению, он был, блин, во-первых, разблокирован полностью, да? То есть снят с iCloud, короче, со всей фигни. Вот. И во-вторых, он целый совершенно и рабочий. Вот он сейчас в данный момент, короче. Ну, в общем, я его это самое уже заинсталлировал. Все, он, все рабочее. А, десятка, и как это, XS, да, или XA, или XS, по-моему. Вот, вот такой вот, XS. А, что у нас дальше? Это с прошлых находок было, а вот из новых находок у нас. Смотрите, вот такой у нас планшетик Samsung. Так, вот, 4% уже заряжен. Сейчас включим его. Samsung Tab E. Это нормальный. И вот еще одна находка. Это у нас iPad. Ну, правда, уже это. Такой первой еще генерации. Вот. Не знаю. Да, вот он сейчас еще заряжается. Подзаряется. Посмотрим, что там с ним. Вот. Ну, тем не менее, их тоже покупают почему-то. Не знаю. Но их покупают на барахолке. Поэтому именно на барахолочку он и пойдет. Так, а тут у нас вот такой вот прикол. Да блин. Ну, короче, этому планшету нужно будет сделать перезагрузку. Вот, и так, в принципе, хороший планшетик. Что-то вот он как-то функционирует, он не очень, но, не знаю, надо смотреть. Надо ему сначала его зарядить хорошо, потом сделать ему hard reset, потом смотреть, что с ним такое. Потому что видно, что принадлежал ребенку, а дети, как обычно, их загружают, да, как это, как по-немецки говорят, без сумгейт нихт, короче. Нагружают туда всяких игрушек столько, что он потом просто не вывозит этот планшет. В общем, нужно смотреть. Вот. А мы сейчас будем смотреть дальнейшие находочки, которые у нас нарисовались сегодня. Вот прям сегодня. Так, ребят, продолжаем. Смотрите, у нас вот такой есть аппарат от фирмы Lowe. Ух ты! Я хотел сюда вот такой поставить адаптер. Не адаптер, а этот. А, вот, да, правильно. Все правильно. Он и от такого работает, и от такого. От 6 вольт и от 220 он рабочий. Ну, хорошо. Так, знаете, что у нас здесь? Антенны нет. Я уже теперь вижу. Антенна, она, по-моему, там провалилась. Вот, ладно. Так, мы его вытрем. Такой у нас винтаж. Вот. Лёвы. Лёвы. Так, где у нас вот. Переключаем на кассету. Ну, не знаю, будет он музыку нам играть или нет. Но то, что у него нет, как его называют, антенны, это, конечно, уже плохо. Так, старт. Ну, нет, он не играет музыку. Музыку нам не хочет играть. Вот. Поэтому, скажем так, что находочка такая посредственная. Сам бы как бы по себе не, ну, не нормальный. Но не работает. Ладно. Продолжим. Так, взял себе вот такие вот, целую упаковку нашел вот таких вот маленьких, знаете, как это, полотенец для того, что не полотенец, а как, ну, тухер называется. Вот, она называется Brillin Putztuch. Короче, очки протирать.
Вот, так как я очки одеваю, когда читаю, у меня очки есть. Вот, и мобильные телефоны, кстати, тоже не очень удобно протирать, поэтому я взял себе целую упаковочку. Вот так вот. Следующая у нас находка вот такая. Телефункин РП500. Это просто радио. И, кстати, вот провод как раз нам тоже здесь пригодится. Вот, что мы имеем. Вот. Ein und. Так, почему-то не слышу ни хрена. Ничего не слышно. Никаких поползновений. Вроде как включается, но ничего не слышно. УКВ, КВЛВ. Ну, возможно, тоже сломан. Возможно, тоже сломан. Что-то смотрите, нам прям нам не везет сегодня, да? Ладно. Идем дальше. А дальше у нас найдена вот такая вот жесткий диск Samsung Solid State Drive. Это у нас SSD-шечка 250 гигабайт. И мне она вот как раз для одного проекта нужна. Поэтому ее вот так в сторону откладываем. И она нам будет. А, о, видите? Сегодня это актуальная вещь. Потому что сегодня, блин, жарко. Идем дальше. Для барахолки нашел вот такой вот магнитофончик GVC. Поедет на барахолочку со мной в продажу. По 5 евро их забирают нормально. Вот. И еще есть у меня тоже интересные вещи. Вот, допустим. Ну, я кое-что, конечно, тут не досмотрел. Они симпатичные наушники, все четко. Но у них вот это вот, видите, вот этот шов, вот все, он уже посыпался. То есть их уже все надо выкидывать. Вот, тут почему-то мне интересно, почему сейчас производители делают вот такой вот шайзы. Короче, наушники покупаются, буквально год-два проходит, и у них вот этот вот покрытие, которым они покрыты, да, все, блин, начинает сыпаться. Вот, допустим, еще одни, но здесь ситуация получше. Оман. Здесь получше, здесь ничего еще не сыпется. Их только нужно протереть. Вот так тут вытаскивается. Ну, в общем, я думаю, за пятерочку выйдут на барахолке. Вытереть их только нужно будет. Вот так они подсоединяются. Почему-то два. Ладно. Оставляем. Есть у нас еще. А еще у нас, кстати, вот такие наушники JBL. И они у нас Bluetooth наушники, да? Я же понимаю правильно, это же Bluetooth наушники. Да. Нужно мне их сейчас на зарядочку воткнуть и посмотреть, работают они или нет. Ну, то есть они сначала должны зарядиться. Тоже на барахолку. Так как у меня наушников своих хватает. Есть еще вот такие наушники. Тоже вроде бы неплохие. Ну, в смысле, еще не полезла тут вот эта вот резина, короче, как-то. Вот, и они такие на милитер похожи. Такие. В танчики играть людям, знаете, кто хочет танчики играть. Прям на танкиста будут похожи. А, вот, вижу здесь, почему их выкинули. Вот, смотрите, у них провод микрофона, вот он. Вот он, провод микрофона один и второй. Они обломаны. Ну, то есть их можно отремонтировать, спаять там и так далее. Но теперь понятно, почему их выбросили. Ну что ж, в принципе, я их тоже могу взять на барахолке. Просто сказать людям, вот такая-такая беда с ними случилась. Вот еще одни есть наушники. Это у нас Rocket какой-то, Rocket. И это у нас тоже, кстати,
наушники блютусные. И вот здесь уже Type-C, кстати. С Type-C. Вот видите, они более-менее такие уже современные. Вот. Короче, заряжаем их. Дальше. Какой-то непонятный аппарат. Вот. Ну, я его, короче, потом проверю, что за аппарат такой. Да, еще одни там были наушники. Сами по себе не очень они, но там вот эти амбушюрки. Две штуки я снял, потому что они пригодятся. И здесь вот еще наушники Philips. Вот такие упаковочки. Вот. Но эти, я думаю, сразу надо выкинуть, потому что они сюда попали ко мне как бы случайно. Видите, они еще такие беспонтовые. Старые-старые наушники Philips. Так, дальше у нас, смотрите, у нас есть немножко по игровой теме кое-что. А конкретно есть вот такие игрушечки. Вот такая есть игра. 8,99 стоила. На месте все. В комплекте. Хорошо. Еще одна есть. 3,99 стоила. А, ну это где-то в каком-то магазине продавались, они уже, вот видите, написано Gebraucht, это значит, что они уже были в употреблении, их там продавали за такую цену. Конечно, когда только эта игра выходила, она стоила дороже намного. Вот, кстати, даже есть цвет этот, как чек. Чек на эту игру есть. Вот такая игрушечка. Дальше у нас есть вот такая Grand. Ты хрен поймешь. А, PlayStation 3. И да, она тоже есть у нас. Ну что ж, тоже прикольно. Надо их пробить, кстати, все эти PlayStation 3 игры, насколько они стоят. Вот 5,99, опять же, в этом магазине в бэушном продавались. Вот. Здесь нету книжки, но есть диск. Идем дальше. И очередная игрушка. Хоп, книжка есть и диск есть. Хорошо. Все игры 18. 18. С 18 лет. Здесь вот Blu-ray, короче, игра уже, да? Книжка есть, игра на месте. Хорошо. Все на барахолочку пойдет. И еще одна 16 лет. PlayStation 3. Хоп. Вот так выглядит. Да. Ну вот. Вот. Все. На барахолку уйдет. Так, сейчас я принесу еще одну находку. Будем смотреть. А пока нажму на паузу. Так, смотрите, вот такой найден был сегодня системный блок. Системный блок, он как бы как игровой шаркон. Шаркон. Вот. Здесь у него, смотрите, опа, даже еще фольга осталась, еще не сняли ее. Так, что там, смотри. Ножка от него отвалилась. Так, мы ее на место. Откроем крышку, посмотрим, что внутри. Не знаю, насколько он. А, ну тут все в комплекте есть, смотрите, кроме кроме даже видеокарта есть вот такая маленькая. Здесь и жесткий диск есть, и все, кроме оперативной памяти. Оперативной памяти нет. Ну что ж, Corsair 450. В общем, меня там два моих подписчика просили, чтобы я им нашел системные блоки.
Вот один я уже нашел. То есть, ну просто я не хочу там брать какую-то шнягу, знаете, шнягу брать не стоит. А это вот более-менее уже системный блок нормальный. Вот. К тому же они такие любители по это самое, по колхозе там, по мастерить. Поэтому в этом корпусе они смогут собрать какой-нибудь, возможно, другой компьютер. Ну, то есть поставят там другую плату материнскую. Вот. Ну, в общем, такой системный блок я взял для них. Вот, будем посмотреть, отвезу. Он, кстати, есть с коробочкой даже. Его привезли с коробкой. Здесь у него, кстати, что-то там болтается. Придется сейчас еще раз открыть крышку. Мне не нравится, что там что-то болтается. Угу. Нашел, что болтается, ребята. Это оперативная память. Оперативка на... Плохо видно. Мне нужно, блин, вот эту штуку. Так, она там одна или две было? 8 гигабайт стоит здесь. 8. Ну, в общем, мы ее сейчас туда воткнем. И пусть она там и остается. На 8 гигабайт есть. Все, больше здесь ничего не болтается. Ну, в общем, жесткий диск есть. Я, правда, не знаю, насколько он там. Здесь ни отсюда не видно, а вытаскивать я его не хочу. В общем, заберу на барахолку этим пацанятам. Сразу готовьте, пацаны, 20 евро за него. Очень хороший компьютер. Вам на раздербан. Это вам на раздербан. Короче, поставите сюда какую-нибудь плату получше, или я не знаю, или это уже оставите, либо... Ну, в общем, смотрите, как он. Шаркон. Классный компьютер. В общем, ребятки, все у нас сегодня. Единственное, что я хотел бы еще посмотреть насчет вот этого, завелся он или нет. Нет, пока еще он не завелся. Вот. Ну, а там в основном все уже мы посмотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Находок сегодня как бы и немного, но это просто вот за один выезд, знаете, один выезд и вот столько находок. То есть, в принципе, все хорошо. Все, всем вам удачи, желаю, и до следующего ролика.